Вот, решил записать первый раз видео выложить на YouTube. Конечно, я выкладывал, но дело в таком маленьком просмотре. Просто смотрю, смотрю постоянно видосы. Всякие разные лоботрясы и вполне умные товарищи выкладывают разные видео. Набираю там по 10 тысяч просмотров, по 100 тысяч просмотров. Ну, конечно, у меня не висит хорошо. И даже не избориться, просто чувак, который болтает всякую ерунду. Но для блога-блоговища пойдет. Короче, для людей, которым нечего делать. Хочется посмотреть, что. Многим интересно, как кто-то что-то несет. Вот. Я в том числе тоже смотрю. Только что посмотрел на одного типа с Украины. Ничего вроде бы особенного, но у человека, конечно, золотые руки. Просто делится там тем, как он то да сё может ремонтировать. И довольно много просмотров. Одновременно с тем посмотрел, сколько он зарабатывает на Ютубе. Подумал, ну а вдруг мои 10 тысяч подписчиков спят и видят чувака в очках во сне. Поэтому решил тоже попробовать выложить видос. Тем более, что я люблю делать. Трындеть разные веселые вещи. Поэтому почему бы не потрындеть? Тем более в 11 часов вечера. Третий видос или четвертый уже записываю. Сначала вертикально записал, потом горизонтально, потом как-то вообще неправильно выложил. Потом тихо, теперь вот решил перевернуть телефон, снимать на нормальную камеру. Ну, конечно, как она нормальная, 5 мегапикселей, все-таки лучше, чем фронтальная. Ну вот, для первого видоса, думаю, нормально. Главное привыкнуть, посмотреть, как получится. Ну все, тогда пока.